Клюев так и сбежал. Лиганет передает. Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Клюева. Соответствующее сообщение размещено на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти». В сообщении указано, что Клюев скрывается от прокуратуры. Дата исчезновения названа 4 июня. Лиганет напоминает, народный депутат Сергей Клюев не явился на допрос в Генеральную прокуратуру в четверг, 4 июня. 3 июня Верховная Рада Украины сняла с него неприкосновенность и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности. Вот скажите мне, пожалуйста, кто в этой стране и за какую сумму принимает окончательное решение, выпуская таких людей, как Сергей Клюев, Олег Царев, Виктор Янукович, за пределы территории Украины?